надо убедиться, что ты готов к делу. Ты провела тайный курс на бар. Твоя роль сыграна. Сложную часть делаем мы. Ну что, Рай, что будешь делать, когда мы сорвем бар? Всему свое время. Я думаю о работе. Я тут землю носом рою 3 года уже. Пора и заработать. Я вот что сделаю. Я привезу сюда отцовский мустанг 65-го года. Починю, чтобы он был как новый. А потом сделаю из него лучшую дрифтовую тачку Fortuna Valley. А ты что скажешь? У меня большие долги как раз расплатятся. А на остаток может заскрою мастерскую. Видишь, Сталин? Все просто. Ладно. Куплю идеальную тачку, прокачаю по максимуму и буду участвовать в самой крутой гонке. Неужели? Да! Вот это я понимаю! Ну а ты, Лина? Ну, если вы не облажаетесь, выберусь из этой дыры. И куда отправишься? Наверх. Что так? Сильверроки круто. Ты не распарил, а мы с Тайлером раз. Не так и плохо было. Вон кем я вырос. Вот и я о чем. Давай, Тайлер, надо поднажать. Спокойно, Лина, ты же знаешь, я смогу. Ты потому и согласилась. Ты поедешь на гиперкаре, заряженном новейшей техникой с черного рынка. Не надо меня успокаивать. Готов отработать в прыжке, брат? Да, ты где? Дорогу! Неплохо, брат. Прыгнешь так же на деле, и победа наша. Надеюсь. Тебе случится летать. Я так горжусь. Соскучился? Впереди длинный отрезок дороги. Разгони машину как можно сильнее. Проверь, сможешь ли удержать ее под контролем. Вот, давно бы так. Все банды в городе хотят заполучить то, что в этой машине. Точно. Но тачку они не получат, пока я не взгляну на то, что под капотом. Я с кем только не договаривалась, чтобы ты участвовал в этой гонке. Проигрыш недопустим. Ребята, не о чем беспокоиться. Наша команда лучшая из всех в этом городе. Отлично. Пора нам заработать деньги. Мы все сделаем. Fortuna Valley. Пустынный рай для тех, кто азартен. Здесь можно купить что угодно, даже удачу. Пусть и богачи играют в карты и кости. Мы, рожденные в тени казино, испытываем удачу на скорости 100 миль.